Одна из основных потребностей женщины – создавать вокруг себя уют и комфорт. Занавесочки на окнах, коврик в ванной, полотенце с вышивкой. Так уж мы устроены. А если прилежная домохозяйка становится автоледи, появляется желание обустроить и в автомобиле. Все на свой вкус и лад. Современные дизайнеры активно разрабатывают женские аксессуары для автомобиля. Кожа, нубук, бархат – благородные материалы создают особую атмосферу. Цвета бывают самые разные – розовые, в горошек, ярко-розовые, черно-белые – классическая расцветка, под зебру. Можно подобрать аксессуары в едином стиле или обзавестись целой коллекцией. Чаще всего именно так они и продаются. Мы наряжаем автомобиль в шоколадной гамме. Декоративные оплетки и чехлы украшены кружевом. Все из атласа и плюша. Это автоорганайзер. Он крепится на солнцезащитный козырек. В автоорганайзер можно сложить документы и музыкальные диски. Теперь за необходимым во время дороги не надо будет тянуться в бардачок. Если вы много времени проводите в автомобиле и часто стоите в пробках, пригодится удобный подголовник. Обычно их продают по две штуки на оба передних сиденья. Это автопятка. Защищает вашу обувь от потертости и царапин, которые образуются при постоянном соприкосновении с ковриком. Они бывают для обуви с каблуком, например, это, для обуви без каблука, для полной защиты каблука, для спортивной обуви. Ремень безопасности, который зимой протирает вещи, а летом царапает плечо, может стать еще безопаснее, если на него надеть мягкий чехол. Другие чехлы на стояночный тормоз и на рычаг коробки передач выполняют лишь декоративную функцию. Хотя я нашла один плюс – плюшевая фактура приятна на ощупь. Уютно, удобно и очень красиво. В таком салоне автомобиля чувствуешь себя как дома. С вами была Екатерина Маслова. Получайте от жизни удовольствие.